coming at you. Ow! 2007 call. It wants its camera phone back. How's this for a drama shot? Why aren't we getting closer? With the Nokia Lumia 1020, we got the best seats in the house. Let's get a group shot. Meet the Nokia Lumia 1020 with 41 megapixels and reinvented zoom. Nothing else comes close. You know, every day more photos are taken with an iPhone. Когда-то Nokia умела делать прикольные видосы. Привет, с вами Вилсаком, и сегодня мы отправляемся жестко в 2013 год, когда все было очень хорошо, потому что кроме iOS и Android существовала третья платформа под названием Windows Phone и Nokia, которая эту тему форсила. И выпустила она тогда великую мобилу под названием Lumia 1020, которую вы видели в самом начале, и она у меня запакованная. Вы не представляете, каких трудов стоило добыть ее именно в пленке. Если вы зайдете на Авито, вы увидите, что этих смартфонов просто не существует, как будто они дезинтегрировались нахрен, они просто исчезли. И те, которые продаются, это битые, треснувшие, усосанные. То есть народ ими пользовался. Так что это народный смартфон. Но, кроме шуток, на самом деле, в те времена существовало много разных интересных смартфонов, которые заявляли себя как фотофлагманы, убийцы всего и вся. Например, до этого телефона Nokia делала последний на Symbian 808 Pure View. Классный, у нас, кстати, про него есть отдельный видос, можете посмотреть. А также существовала такая интересная вундервафля под названием Samsung Galaxy S4 Zoom. И там вообще просто взяли цифровую мыльницу, присандалили к ней Android смартфон и такие, нате. Но как Samsung и любил в те времена. И вы знаете, эксперимент был как будто не совсем глупый. И потом многие пытались, там и Sony где-то рядом бегал и прочее, но получилось что-то как. Так, народ, короче, не полюбил. И вот сегодняшнее решение, когда у тебя 3-4 камеры, как будто это хорошо. Но тогда тебе просто давали 41 мегапикселей, оптику Carl Zeiss, офигевшую вспышку, и говорили, твори красоту. Вот мы с вами сегодня распакуем, посмотрим, что здесь интересного есть, а также, конечно, пофотографируем, потому что что изменилось в мобильной фотографии за 11 лет? Изменилось многое. Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить? Поехали! У меня есть журнал от октября 2013 года, я его вот так открываю, и что меня встречает? Фотореволюция. Значит, PureView камера с оптикой Zeiss, универсальные фотоприложения для любителей и профессионалов. Тогда активно форсили тему, что ты на своем айфоне ничего не можешь сделать, а тут тебе и, пожалуйста, настроечки ISO и прочие радости. Ну и функциональные фотоаксессуары. Опять же, в моду входила история с хватом а-ля как у камеры. Сегодня ребята из Xiaomi подхватывают эту историю уже на какой-то там очередной волне и вместе с Лейкой пытаются тебя заманить в станище профессиональных фото телефона фотографов, любителей, профессионалов. Короче, странная приколюха. Но тогда это все было... Уф! Тут, посмотрите, карманные фотопринтеры LG. Открываешь, и тут тебе говорят, купи карточку активации Apple. Вот это жизнь была. С тех пор уже ни, короче, Nokia, ни Alcatel, ни Philips, ни связного. Один только Samsung нас радует. Но тут, кстати, много всего интересного было в те времена. Потому что вот можешь игру скачать. Давайте же узнаем, сколько эта Nokia стоила. Собственно, это охреневших денег была мобила, потому что 10-20, 26 990 рублей. Поскольку это октябрь, iPhone 5s еще где-то на подходе, и здесь вы могли себя побаловать только пятерочкой за 28 900. То есть iPhone 5 стоил, ну, чуть-чуть дороже, чем топовая Nokia Lumia. Так что это был охренеть какой флагман, и это было, конечно, круто. Слушай, а, кстати, Galaxy S4 Zoom тут нету случайно? Huawei Honor 2. Вот это интересно. А, он, смотри, фотокамеры на андроиде. Вот такая была история. И ты мог купить себе Galaxy S4 Zoom, охреневший, 20 тысяч рублей. Вот это мобила. Но она, кажется, была не единственная, я офигел. Nikon Coolpix тоже на андроиде. Но это камера на андроиде. А это все-таки была именно мобила на андроиде. Но была и Samsung Galaxy камера, просто сама по себе. И тогда был прикол, что ты мог, прикинь, Android-приложение сразу отправить куда-то фоточку вообще, что происходит.
происходило. Сегодня, представляете, сколько современный смартфон убил техники? Ни мыльниц, ни, по сути, читалок ни хрена нет, ни какие-то планшеты тебе не нужны, ни камеры, ничего из того, что было вообще тогда популярно, ничего не осталось. Да, дела. Как обычно это бывает, пока коробочка запакованная, и еще раз добыть ее было, ой, как непросто, это на eBay за страшные какие-то там $500 куплено. В общем, ценности она, в отличие от iPhone, не представляет. Ну, понятное дело, сам бренд, наверное, Nokia, это, конечно, история круто, Lumia, она вот просто как вспышка была, и хрен бы с ней. Но как будто у меня есть прикол по этому поводу, поэтому напишите в комментариях, интересны ли вам такие видосы, ставьте лайки, и, в общем, мне ваш фидбэк очень важен в этом вопросе, потому что есть еще много разных интересных мобил, вот 10 плюс лет давности, которые я хотел бы распаковать и так далее. У меня, кстати, на канале, вот конкретно про эту Nokia, видоса не было. Мы про нее снимали рекламу для Nokia. Вот это величие. Я снимался в российской рекламе Nokia Lumia 1020 для интернета. Ну, а на канале я ее не обозревал. У меня были 900-е там какие-то предыдущие. А здесь совсем другая история. Так вот, здесь коробка, она вот, посмотрите, какая невнятная, да? Она как будто выцвела нахрен. А все почему? Потому что сзади написано This package 100% recyclable. А все значит, что это какой-то эко-картон. И вот уже тогда Nokia озаботилась этим вопросом. Стало модно только сейчас, но... И обратите внимание, хочу, чтобы вы это зафиксировали. Какая маленькая коробочка и сколько всего интересного нас ждет внутри. Поехали. Вот таким вот уверенным движением мы вскрываем пленочку. Вообще не жалея абсолютно. Коробка, честно говоря, ну такая себе, да, как бы такая себе. Никакого особого прикола нет. Как будто тебе, вот знаешь, выдали какой-то, когда ты в сервис отдал мобилу, вот ее вернули со словами «держите». Это странно. Но 11 лет новая пролежала, ждала меня, пусечка моя, а? Вообще нулевая. Ты посмотри, все-таки был какой-то стиля флекс. Что с ней случилось? Мне кажется, или ее как-то пожевала жизнь? Может быть, меня обманули люди с eBay? Не знаю. Но как будто бы она, либо она просто вот впитала в себя всю боль вообще бытия, и как будто бы немножко ей стало печально. Почему-то наклеена пленка с пузырями. Как будто меня люди на eBay обманули, есть такое ощущение, потому что вот эта вот пленка с пузырями, это вообще никуда не годится. Что это за пузыри? Я не верю, что Nokia с завода клеила пленку с пузырями. Если так, то я не удивлюсь, почему они отрыгнули. Но я уверен, что нет. Соответственно, это какой-то репак. А это очень меня печалит. Ну, как говорится, вот чем богаты. Да, такое впечатление, что эту Nokia вообще жизнь тоже помотала, потому что у нее как-то по-дурацки вклеен экран. Смотри, вот здесь вот немножко покорябан, вот как-то корявенько сделано. Но это все равно лучший экземпляр из того, что я мог найти вообще в принципе, потому что, ну, нету больше других интересных мобил в этом корпусе. Они все усосаны еще больше, потому что вот этот поликарбонатный пластик, он трескался, будь здоров. И он здесь такой вот, видите, с матовым приколом, до этого он был глянцевый, он еще и затирался достаточно позорно. И Nokia через 2 года это просто слезы вообще. Здесь же хотя бы, ну, вид имеет. Хотя, конечно, тогда 4,5 дюйма экран, казалось, это лопата. Мы, Glorious пользователи 4-дюймового iPhone 5, насмехались над Nokia с ее огромным экраном. И вот у меня рядом лежит Honor 200 Pro. Понимаешь? Вот эволюция, понимаешь? И это вот к чему мы пришли. Так, поехали дальше, что в комплекте. Я просил вас запомнить не просто так, потому что бумажечка с рассказом о том, как этим всем пользоваться, замечательно, да. Зарядочка, понимаешь, не пожалели, положили зарядочку. Интересный прикол, вся такая эко-френдли упаковка, и вот это все запаянное в пластик, достаточно позорный. Как будто можно было обойтись и без этого. Как будто, слушай, зарядка тоже какая-то погрызанная жизнью, и... Ты бойные люди меня налюбили. Наушнички. А, нет, это проводулька. Кстати, до прихода всевозможных приятных USB-C еще много лет, поэтому микро-USB, то, над чем опять же ухахатывались люди с лайтнингом, говорили. Ты, как бич, должен конкретной стороной воткнуть свой провод, а я могу, не глядя, опа. Но потом все, опять же, история расставила по своим местам. И вот чего
не хватало нам наушники. Позорный еще пипец, но тем не менее комплектный. Но, честно говоря, в те времена и iPhone мог похвастаться чем-то подобным. И наушники, и адаптер питания клали в комплект. Это сейчас все произошло как-то максимально печально. Но видите, черные, никаких приколов. Я бы к желтым клал желтые. Если бы Nokia тогда обратилась к дяде Вале, я бы им, конечно, подсказал, как порешать маркетингово все эти вопросы. Потому что абсолютно черные безликие аксессуары можно было, если бы выбрали синий цвет, скрепочка. Своим как бы фирменным можно было все провода делать синими, чтобы все такие, Nokia это синие провода, это было бы круто. А так, безликая вот кончина и т.д. и т.п. Ну что ж, попытаемся сейчас эту радость завести, красотулю включить, конечно же, пойдем фотографировать. А пока я занимаюсь этими всеми радостями, я хочу вам сразу рассказать о том, как шагнула мобильная фотография вот прямо сейчас. Потому что у меня на столе вот этот Honor 200 Pro не просто так лежит. Вот эта фотография, вот эта, сделана в Дагестане, я отправил Наташу на этот телефон. И я сейчас расскажу поподробнее, почему я сам не верю, что это сделано на мобилу. Honor 200 Pro — это топовая модель линейки Honor 200. И здесь портретная камера на 50 мегапикселей. Ну, тут и телефото 2,5 тоже 50 мегапикселей. Но прикол портретной камеры в том, что кроме железа, здесь, конечно, еще и много софт-радостей. Я не шучу. Если бы я не знал, что мы сами своими руками, Наташа снимала, или, Леш, ты снимал? Наташа снимала, вы понимаете, Наташа, не то чтобы она плохо снимает, но просто вот она берет вот и фотографирует. И у нее получились такие офигенные фотографии. Почему? Потому что ребята из Honor сделали крутейшую вещь. Они запартнерились с другими крутыми ребятами студии Arcur. И здесь есть специальные пресеты для портретной фотографии. Их всего три, но они все охренительные. Есть два, соответственно, в цвете и один черно-белый. И я вот прямо сейчас даю Леше телефон. Леш, возьми. Делаешь мою фотографию, и вы сейчас все сами поймете. Здесь очень сложный вот этот цвет, постоянный, он, конечно, не импульсный, но сам факт. Давай, давай вот так. Прямо сейчас можно печатать в Time. Это просто, что ты делаешь? Ну, то есть, это реально очень круто. Ты получаешь удовольствие, что ты как будто профессиональный фотограф. Я вам хочу сказать, что вот именно это я хочу видеть в современных телефонах. Когда алгоритмы, железо и всякие приколы работают вместе, делая фотографию чем-то увлекательным. Хотя не надо крутить ISO, баланс белого, заморачиваться профессионально и так далее. Ты просто делаешь хорошо. Вот эта кнопка «Сделать красиво» с Honor 200 Pro наконец-то появилась. Вы можете более детально изучить этот телефон, он того стоит, но я расскажу вам три главные фишечки. Здесь, значит, собственный сенсор H9000 с оптической стабилизацией, классный. Ну и другие, соответственно, камеры тоже не отстают и все доработаны как положено. Кремнеуглеродная батарейка на 5200 мАч, это, собственно, разработка Honor, и проводная беспроводная зарядка до 100 Вт, что в субфлагманах встречается не так часто. Заказывайте эту красоту, а телефон, правда, симпатичный, на сайте MVideo по ссылке в описании, потому что это главный эксперт по технике. И прямо сейчас с 23 по 29 по предзаказу специальная цена, выгода аж 5000 рублей. И часы Honor Watch 4 в подарок. Вот вам наглядная демонстрация, как мы развились и эволюционировали в фотографии за 11 лет. Ну а теперь давайте вернемся к нашей красотулечке и поймем, что же умела 41-мегапиксельная камера в 2013 году. Русский. Далее. Потребуется выбор языка. Окей. До свидания. Это вот чувствуется вайб Microsoft. Ты такой настраиваешь телефон, говоришь русский, такой до свидания. Но она просто перезагрузилась. Она говорит, типа, мне нужно перезагрузиться, что. Ох, ребята, мы недостойны Windows Phone. Рады видеть вас снова. Ладно, они исправились. Давайте завершим настройку. И ты сразу жмешь кнопку SOS. Помогите, у меня в руках. Nokia Phone, начало работы. Мы поможем вам, несколько действий. Далее. Работает Wi-Fi. Как же это приятно, прекрасно. Вообще, конечно, Microsoft и мобилы это отдельный прикол. Помните, убийца iPod'а Zoom? Собственно, убийца всех айфонов и Android смартфонов это Windows Phone, Nokia Lumia и тра-та-та. Nokia, конечно, жалко. Если бы они в то время сделали поворот в сторону Android, который они и сделали в конце концов, но уже было поздно, а сразу влетели в мир Android, сейчас бы Nokia существовала не как придаток HMC Group, а как самостоятельная, полноценная, классная компания, которую мы любили. А потом пришел Стивен Эллоп, засланный казачок из Microsoft, и уничтожил компанию, продал ее за 3 копейки, и после этого она через пару-тройку лет сгинула в историю. А сегодня... Ну, сегодня...
сегодня это жалкое зрелище. Nokia камера, красота и благодать, зум с высоким разрешением позже. Плиточки, посмотри, AMOLED-экран, кстати, HD+, на секундочку. Конечно, никаких 120 Гц нет, но посмотри, какой сочный интерфейс. Как он вообще современно смотрится, как он хорошо состарился за это время. Это еще скевоморфизм вовсю в мире iOS. Android вообще обоссать и сжечь, ужас и кошмар. А здесь стиль. Ребята из Microsoft удивительным образом навернули стиля. Понимаешь? И если Windows 8 это все смотрелось ужасно, потому что Windows 8 вообще отвратительно, то как будто в фон-версии это прям приколдесно. Ты такой заходишь, у тебя тут все прямо вообще аккуратно. Потом они это даже докрутили, можно было кастомизировать, бла-бла-бла. Ну, короче, это все лирика. Иду фотографировать и возвращаюсь к вам с впечатлениями от камеры. Ну, а также, конечно, фотографиями. В нашем телеграм-канале я разместил фотографию с вопросом, как вы думаете, насколько это старый телефон, насколько дремучий? И многие ответили прям в точечку, угадали годы, а некоторые написали, что это Nokia Lumia 1020. И вы знаете, что меня удивило? Я пофоткал, во-первых, хрен перенесешь с этого офигенного телефона, кстати, обратите внимание, какой классный интерфейс все-таки, насколько он современно выглядит, да, по сравнению с тем, еще раз, что было тогда. Так вот, если вы хотите отправить фотографию, то у вас нет возможности ничего сделать с этим замечательным телефоном, потому что Internet Explorer практически не работает, то есть я захожу на Яндекс.Диск, он говорит, ваш браузер не поддерживается, я иду в магазин приложений, а тут тоже вечная загрузка, и в конечном итоге он выдает ошибку. В общем, нету вариантов ничего сделать, но благо это все-таки не iOS того времени, а значит, я фотографию могу просто перекинуть по Bluetooth, что я, собственно, и делал. И это хорошо, поэтому вот вам фотографии с этого замечательного телефона. И да, выглядят они охренеть какими старыми. То есть 41 мегапиксель, а по факту там было что-то порядка 32, если вы снимаете на дефолтную камеру, там можно было отдельным приложением снять все мегапиксели. Это все баловство, потому что здесь 5 линз или 6, что-то типа того, и из них, короче, 4-5 пластмассовых и одна последняя стеклянная. То есть это очень слабая оптика. И в первую очередь оптика как раз и показывает, что прям и несмотря на то, что она называется Carl Zeiss, бла-бла-бла, и тут даже написано было, что это Carl Zeiss, выглядит это все катастрофически уныло. Но фотовозможности были козырны чем? У вас здесь была отдельная кнопка, которая позволяла вам фокусироваться, и тут фокусировка как никогда нужна и важна, потому что ты такой охренеть, это что, фокусировка? И вспышка. Вспышка просто уничтожает все, потому что она была ксеноновая. И она дает тот самый приятный вайб, знаете, вот этих старинных фотографий начала 2000-х. И у меня дочка сейчас спрашивает, говорит, папа, купи мне, пожалуйста, мыльницу, потому что вот этот эффект со вспыхой на цифровую камеру начала 2000-х, это сейчас офигеть какой тренд. Не всякие вот эти вот модные Fuji и прочие вот эти вот Polaroid подобные фотокамеры, а именно цифровые того времени. Но теперь я могу ей просто отдать эту Nokia Lumia и пускай фоткает. Но здесь не было карточек памяти. Еще раз, 32 гига и пошел ты нахрен. Это, конечно, печально. В общем, загружалось все это медленно, фокусировалось медленно, очень все грустно. И на самом деле, как будто бы, оно, знаете, революция не случилась, потому что они вот эти 41 мегапиксель не смогли никуда упаковать. Матрица не супергигантская, она на 30% меньше, ну там на 20 копейками, чем у Nokia 808 Pure View. И это все говорило о том, что телефон был неплохой, там Snapdragon процессор, 2 гига оперативы, все достаточно шустро. Даже сегодня шустро работает, AMOLED-экран. Тут был Always On, прикинь, ты вот его кладешь, и вот тебе, пожалуйста, Always On того времени. Это было хорошо, но как же оно все было, короче, не сбалансировано. Поэтому я хотел как-то неистово кайфануть от фотовозможностей Nokia Lumia 1020, и, честно говоря, не кайфанул, потому что, ну, это катастрофически плохо по сегодняшним меркам. Это даже, наверное, было плохо по тому времени, потому что какого-то великого зума, как в рекламе в начале, я не увидел, какой-то детализации бешеной я не почувствовал, какой-то картинки сочной я не тоже разглядел, поэтому на выходе получается, что Nokia Lumia 1020 это был такой маркетинговый вброс. Здесь были прикольные штуки, здесь было радио, можно было воткнуть наушнички, послушать радио, можно было еще что-то делать. Но саму платформу Windows Phone убили конкуренты, потому что Google не спешил выпускать YouTube, Facebook не спешил выпускать свои приложения, Instagram там и прочее. Напоминаю, что компания Meta признана экстремистской, запрещена на территории России, мы ее не любим, и Цукерберга тоже особо. Но все они, короче, угандошили этот Windows Phone. И я все еще считаю, что Microsoft поступили, конечно, катастрофически...
как-то малодушно, что ли, что свалили с этого рынка и оставили нас на, значит, вот эти два столпа, потому что именно с уходом Windows Phone как будто бы немножко снизился градус приколдеса, немножко как будто бы понизилась конкуренция, и все стало очень приторно и очень как-то, ну, знаете, вот как будто вот прям вкус пропал. Вот какое у меня ощущение от того, что сейчас происходит. Хотя, конечно же, iOS и Android достаточно уверенно конкурируют, а Windows, избавившись от рудимента, сегодня одна из самых дорогих компаний в мире. И, кстати, Nadella всех на, собственно, своем индийском кукане вертел. Вот такая вот история, друзья. Так что, как это и бывает, история расставила все по своим местам. Не просто так, эта мобила, к сожалению, никому нахрен не нужна, кроме меня. И может вас, да? Я не буду ее разыгрывать, потому что смысла в этом нет. А вот Honor 200 Pro классный. Мы разыграем. Где? В нашем телеграм-канале. Залетайте и сможете выиграть эту замечательную мобилу. Подписывайтесь на наш телеграм-канал по ссылке в описании. Переходите в пост, жмите кнопочку «Участвовать», жмите лайк на этом видосе, оставляйте комментарий. И желаю удачи. Через неделю кого-нибудь из вас победителем выберем. Этот классный фотофлагман отправим там, потому что действительно фотовозможности крутые. А с вами был Высоком. Пока.